Давайте, ребят, пошустрей, пошустрей. Бери за фуг. За фуг. Можно всю доску за фуг взять. Напоминаю, да? Раз, ес! Выбивай, что мне не пиво. Все выяснилось. Команда поддержки сказала, что это... Раз, отлично, отлично. Одна шашка уже. Подруги в помощь? Нет, нет, пускай девчонка сама поработает. Давайте, давайте, друзья, пошустрее, поэнергичнее. Ай, молодец. Нет, обязана. Конечно, конечно. Адам, а это там. Переворачивать. Сюда, сюда переворачивать. Давай, не давай, не шустрее, вкусное же пиво, правда? Отлично, вот. Молодой человек треснул с Беликова, девушка нас треснула Темникова. Два раза уже. Ну, еще чего? А чего она согласилась-то? Ну, мы прямо тут всеми руками своими, друзья. Вот, вот уже с помощью команды поддержки тут пошли подавки серьезные. Вот это да. Ладно. Я там есть какая-то веселая музычка, а то наши игроки как-то так чуть спереди сидят. Ничего себе. Слишком руками наша участница. Подождай. Дрючит нашего игрока. Молодец. Назад нельзя. Осталось не так много наших алкашашечек на доске. Кажется, тут с одного фланга на бровке молодой человек сейчас кого-то так пару голов-то забьет. Я так думаю, да? А чей-то порт? А замена никого не нужна в команде произошла, да? Кушай. Вот. И тут ходовочка прошла. Вкусное пиво, пиво-то вкусное? Да темное. Нет, уже не вкусно. Чего? Я думаю, что тебе все желание на всю жизнь отобьется. Ага. Нет, ну, это наша многоходовочка-то была. Да. Давай, сейчас. А что у нас осталось? Нет, надо слабить. 4 на 3. Рома, 4 на 3, кто побеждает. Среднюю вверх, среднюю вверх, да. Среднюю вверх. Мы за солидарность. Мы за алкоголизм. Ну что, 4 на 3, вот он. Опа! Нет, обязаны есть. Обязаны есть. Да, да. Подожди, а есть как вам проскочить? Вот здесь тоже есть не проскочить. А две, да. А там две, она вот так вот. Подруги не возражают. Ладно, пей уж до конца. Можно помочь. Что у нас творится на доске, это ничего не понятно. Друзья, у вас остались фишки или не остались? Остались. Ладно, подруги, помогайте мне, а то что-то не справляются наши. Угощайтесь. Вот у нас появился победитель, друзья. Держи. Тебе жетончик, талончик. Давайте мы им дадим два жетончика и его группе поддержки. И один жетончик дадим нашей проигравшей, которая... Зачем так дергал? Друзья, а еще один. У меня осталось два, берите. Нет. Мы сделаем так. Давай. Спой песенку какую-нибудь. Про лето есть какая-нибудь песня? Вот оно какое. Есть? И пошел. Кто споет про лето у нас? Музыка. Без музыки. С музыкой каждый дурак сможет. Вам уже досталось много билетов. Или пока нет на все. Ну, ребятушки, споешь про лето? Плохо поет. Ну, плохо споешь что-то? Ну, ладно, упрашиваю тебя. Ну что, вы хотите все-таки? Самая активная у вас команда проигравшая. Вы что, хотите? Все пиво выпили, парень? Ну ладно, давай, пой песню. Лето, лето,
Да можно любую песню спеть. Зима маленькая жизнь, не знаю там. В траве сидело лето. Первый раз такую слышу, как называется? Лет это маленькая жизнь. Ладно, держи, вот тебе. За активное участие. Друзья. А, не нужно, зачем ты участвуешь? Там вот ребята хотят. Ребяточки, в дальнем зале. У меня есть пара жетончиков. Нет. Не хочет никто. Окей. Давайте вот нашим гостям, ребят, жетончик на участие. А, они ничего не понимают. Ладно, сразу я скажу. А, вот, реально ты вот, да, держи. Оторвешь кусочек и в барабан засунешь. Ну как это умеешь? Друзья, ну что ж, и вот последний жетончик, мы сейчас его за песню отдадим. Это хорошо, все правильно, держи. А, вот те жетончики. Окей, ну ладно, я раздал все жетончики, которые были. Может, администрация там еще найдет. Они, наверное, себе там оставили, чтобы не отдавать вам этот бочонок пива. Но мы-то оказались хитрее, вот особенно та компания сейчас нам все заберет. Друзья, вот через минут 15 у нас начнется рок-н-ролльный концерт. Перед этим концертом мы разыграем этот бочонок. Напоминаю, что жетончики, отправные жетончики нужно бросать вот сюда, в барабан. Вот он, барабан. И настоящий, все верно. А настоящий барабан. Вот еще жетончик несется. Разыграем. И кого мы вытащим оттуда, тот, в общем, получит замечательный бочонок пива Астахский Папа. Что за пиво, темное или светлое? Светлое, вкусное пиво. Друзья, ну что ж, пока у нас небольшой перерывчик. Налегайте пока вот на вкусняшку. Ага, пиво называется Теннес, если кому-то что-то говорит. Но если вы не знаете и вы любите это пиво, то у вас есть замечательная возможность его просто напиться почти на всю жизнь. Друзья, ну что ж, у нас небольшой перерывчик, давай музыку.